Доля новых автомобилей, которые жители республики в 2017 году приобретут в кредит, превысит 50%. Такого мнения придерживаются региональные аналитики, основываясь на результатах исследований рынка. Доля кредитных автомобилей растет уже несколько лет. Если в 2014 году при помощи заемных средств приобретался каждый третий автомобиль, то в прошлом году эта цифра превысила 40%. Аналитики отмечают, что рост произошел по нескольким причинам. Среди них повышение стоимости автомобилей и последовавшее падение продаж, а также снижение ставок по потребительским автокредитам, в том числе благодаря программе господдержки и ряд других. В сегменте новых авто кредитная ставка с начала года снизилась почти на 1,5% и достигла уровня 15,5% годовых, вплотную приблизившись к докризисным значениям. Мы считаем, что рынок будет в основном поддерживаться за счет автомобилей, проданных в кредит, но при этом я сразу хочу оговориться, что при приобретении автомобиля в кредит заемщик должен учитывать несколько моментов. Первый момент, чтобы плата за кредит не превышала порядка 40% его ежемесячных доходов, и при этом обязательно необходимо читать условия договора. Обращать внимание, какие последствия в случае несвоевременной уплаты по кредиту.